В общем, с помощью двух инструментов, то есть граб, этот самый. И нож. Вот у меня получилось что-то такое. Так, надо сейчас опустить это немножко вниз. О, вместе с носом, да? Нет, вот эту часть лица немножко вниз опустить. Вот так. Вот так вот весело улыбается. Хорошо. Так, носик бы надо сделать тут. Но сначала я хочу посмотреть, как будет работать тут этот смут. Где он тут сетинг? Мне надо только вот тут чуть-чуть. Вот так. И вот тут. Вот хорошо. Так, что касается глаз, то глаза надо немножко свести. Так, и увести. Вот так. Откуда вот этот вот взялось, я не знаю. Ну, сейчас мы попробуем это убрать. Сгладить. Вот это вот тут. Так. Симметрия нам не нужна. О, вот я не то нажал. Симметрия, нет, не нужна, мне нужно только вот здесь поправить. Вот так. Вот так. А с помощью грабша тут сделать немножко выразительнее. Вот так. Хорошо. Теперь, значит, нужен нос. Так, хорошо. Граб чуть-чуть поменьше бы, и мне надо вот эту часть поднять. Вот так. Вот. Так он будет лучше улыбаться. Поднять это, опустить чуть-чуть. Вот так. Нос. Ну а что нос? Господи, сейчас возьмем кубик. Сделаем его маленьким. Выведем вперед. О. Так. Так. И вот так. Вот такой нос. Чтобы не мучиться, засунем его сейчас в Subdivision Surface. Увеличим в Surface здесь количество сабдевайсов. Получим круглый совершенно вещь. Ну и тут сейчас мы его пристроим, этот носяру. Так, сверху, если посмотреть. Так, вот тут. Потом чуть ниже, наверное. Вот так. Так, угу. Давайте чуть больше сделаем. Вот так. И вот сюда его. Вот так. А? Больше надо? Может быть. Вот так. Все отлично. Вот сюда ставим нос. Во. Все хорошо. Уже такое получается более-менее выражение лица покемончика. Так, что нам еще не хватает? Ну, хвоста, конечно, у него такой интересный хвост, этого Пикачу. Давайте мы сделаем сейчас просто куб сначала. Перетащим его сюда. Сделаем. Меньше. Вот так примерно. Ну-ка. Толстовато, естественно. Вот так. Вот так. И поделим на три штуки. Пока это есть такая возможность. Сегмент. Это у нас сегмент X. Раз, два. Смотрим на дисплей. Да. Раз, два. Отлично. Так, ну и теперь продолжим все это.
таким образом, что будем выделять вот эти грани, вот эту грань. Раз мы ее вот сюда, вот так. Теперь вот эту грань выделим сюда. Стоп. Нам нужно еще одну. Раз, два, вот. Это сюда. Тоже делаем раз, два. Сюда. Зажимать надо. Так, сюда. Ну и вот так. Я думаю, такого до хвоста будет достаточно. Да, похож. Похож. Чуть побольше сделаем сюда. Так, его надо засунуть. Где у нас subdivision? Вот так его туда. Раз. Вот так, вот это. Два. Вот так сделаем. Два достаточно будет. Хорошо. Давайте мы разделим еще вот так, иначе она получается слишком. Так, я бы даже две сделал. Включим здесь, я взял вот этот луп, включим у него симметрию. Тоже. Вот так, вот. Вот так сделаем, вот. Вот так сделаем. И тогда можно спокойно сюда, вот, у него получается. Но мне бы хотелось, чтобы он там на конце был поуже. Ну, тут с этим проблем нет. Мы берем сейчас FFT. Да? Выделяем вот эти вот точки. Вот эти вот. И просто их сжимаем. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, вот так. Ну вот, теперь получился хороший хвостик. Чтобы нам не мешало это, как всегда, иду в объекты, current, и этот. Так, стоп, немножко не так. А теперь это можно просто соединить все вместе, так, и его туда воткнуть, этот. И, может быть, немножечко развернуть. Вот так. Поместим его правильно. Поместим его верно. Пускай будет вот такое. Хорошо. Сделали. Вот такой у нас получился товарищ. Не пойму, откуда здесь пятна вот эти, вот это вот вдавленная какая-то штука. Это не есть хорошо. Когда же я это заработал, даже не знаю. Не знаю, как это теперь исправить. Попробуем затянуть это с вот этим. Так затянуть, а вот этим расправить. Ха-ха, она опять появляется, да?
Так, что если... Ну, тут ладно, тут какие-то шишки, это понятно, что мы можем это исправить все. То есть взять... Где у нас там смут? Эту смуту здесь навести, все. А это как? С этим так не справишься. Вон сколько полигонов. Попробовать их выделить, удалить. Да, поздно я спохватился. Поздно. Так, попробуем выделить. Вот таким образом попробуем выделить. Так, я надеюсь, что с той стороны ничего не появилось. Нет, ничего. Удаляем. Ну и рискнем сейчас полигон. Да, слава богу, он берет это дело. Все. Пусть не очень красиво будет, но зато заделано будет. Все отлично. Так. Покемонище. Ну, вот глаза надо сделать более такие интересные. Где у меня глаза? Так. Вот они, да? Так, если мы сейчас их повернем, скажем так. Так вот. Или вообще выкинем. Поставим новое. Глазики. Так, ну-ка. Вот я сейчас это сделаю. Во-первых, мы сделаем сейчас это поменьше, это понятно. Во-вторых, мы сделаем тут. Перевернем это. И раз. Вот так, чтобы он чуть наверх смотрел. Теперь выделим эти полигоны. Вот эти. Так, выделим их. И чуть-чуть потянем их сюда. Вот так. Чуть-чуть надо. Вот так вот, вот так. Ну, если что, они у нас будут, вот эта часть у нас будет черная. Так. Теперь сферу мы берем, делаем еще меньше, естественно. Так. И вытаскиваем ее сюда. Во лбу звезда горит. Такой глазик мне вполне устроит. Так. Ну, теперь можно уже, конечно, его... Так, где оно, где оно? Симметрию навести. По иксу. Вот так. Так, но глаза слишком близко. Поэтому мы их разведем. Тенденс. Тенденс. Вот так. Вот он смотрит наверх. То, что надо. Милый взгляд снизу вверх. Угу. Да. Чудно получается. Так, единственное, мне не нравится, что рот у нас не совсем как бы такой прописанный. Надо бы сюда что-то поставить и покрасить это в черный цвет, допустим. Так, попробую-ка я это дело усилить. Вот так, так, так. Так. То есть нарисовать такой вот
ротик. То можно отсюда выбросить. Так, и если это подвинуть сюда, то оно будет одинаково. Окей. Хорошо, теперь мы можем взять экструд, забросить туда. Угу. Только найти на правильное направление. Ну-ка, 20, переборщим немножко специально. Вот, 20 нам не надо, а вот столько было бы как раз. Угу, ну-ка. Да. Ну, нам надо это дело. Ну-ка, basic, какой объект. Subdivision добавить. Может быть. Так. И здесь этих полигончиков тоже превратим сейчас это дело в полигон. Так, скажем, что это один объект. Ну, теперь возьмем луп. Тут порежем. Здесь порежем, короче. Ой. Нам не надо. Ну, до этого вот надо было загнуть ее, конечно. Это я что-то не подумал. Сейчас мы вернемся назад на круги своя. Оп. Выведем ее наружу. Бывает. Мы же делаем не туториал. Учимся. Так, понятно. Здесь у нас пока экструд не нужен. Вот возьмем вот так, да, и попробуем ее сейчас подзагнуть. Так вот, во-во-во-во-во, вот так все правильно, вот, вот так. Вот, а теперь-то уже можно делать ее вот так экструдной, закидывая сплайн туда, здесь помешать, сказать 10, а здесь 0. Да, даже 10 много. Вот так будет достаточно. И чтобы она кругленькая была, сделаем ее филет. Ну, конечно, филет сделаем маленький. Ну-ка здесь филет тоже маленький. Вот так. Вот она у нас такая кругленькая, и мы ее теперь туда можем. О. Все другое дело. Так, ну ее надо поставить аккуратненько, то есть, возможно, повернуть. Ну, теперь нам можем свести это вместе. Так, где он там? Вот оно, лет. И теперь, когда у нас в руках будет поворот, то поворотик и включим. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Даже чуть-чуть разверяем еще. О! Скажите, что я не прав. Так. И задвинем его назад немножко. Тын-дын-дын. Ты-ты-тын. Вот так. О! Теперь все верно. А интересно, можно по нему смутом пройти? Нет. Он слишком мало полигональный. Если мы его, конечно, загрузим сейчас в этот сабдевайс, то да. Слишком мелко для сабдевайса. Ладно, оставим пока так.
Всегда же можно как бы взять эти и подправить, если что. Ну ладно, нос есть, губа есть, глаза есть. Ага, это вытращено сильно. Ну что ж, в следующем видео приступим к волосяному покрову. Ничего нам больше не остается.